Следующая песня, которую мы хотели бы вам сыграть, эту песню я сочинил в 93 году, когда я впервые приехал в Англию. Первый день нахождения в Лондоне ознаменовался взрывом в метро. Это были ирландские террористы. А потом они взорвали еще кафе. В общем, песня посвящается ирландским террористам и организации ИРА. I'm gonna go.